Всем привет! Вы на канале Домоводство в удовольствии, и с вами снова я, Елена. Сезон заготовок продолжается, и сегодня я буду варить персиковое варенье. У меня 3 килограмма 100 грамм персиков. Сахара я буду брать на каждый килограмм где-то грамм 700, чтобы не было очень приторно сладким. Сейчас я персики помою, почищу и засыплю сахаром, чтобы они дали сок. Я порезала все персики, взвесила их. Без косточек у меня вес получился 2 килограмма 700 грамм. Сейчас я добавлю 1,5 килограмма сахара, а потом буду смотреть уже. Оставляю персики на 1, где-то 1,5 часа, чтобы дали сок. Персики постояли час и дали очень много жидкости, уже выделили много сока. Я сейчас первый раз их буду кипятить. То есть доводим до кипения, выключаем и ждем, когда остынет, и снова кипятим. И так 3 раза. Варенье закипает, и я сейчас его выключу, чтобы оно остыло, и затем снова включу. И так будет 3 раза. Я стараюсь сильно не перемешивать персики, потому что они очень нежные и развалятся. Я доводила варенье до кипения 3 раза, и теперь оно уже готово для того, чтобы расфасовать по баночкам. Баночки будут пол-литровые, я их уже простерилизовала. И сейчас приступаю к разливать варенье по банкам. Мое персиковое варенье расфасовано. Выглядит очень красиво, такой янтарный цвет. Я попробовала уже, мне очень понравилось. Ну, вот еще раз попробуем. Очень вкусно. Единственное, что я хотела сказать, что надо брать персики еще тверже, чтобы они не развалились во время варки. У меня получилось 6 баночек по 550 грамм, здесь в вазочке, наверное, грамм 250. И еще одна баночка, еще у меня хватит на одну баночку, у меня просто закончились баночки. Всем спасибо, что зашли на наш канал. Готовьте в удовольствие, подписывайтесь, ставьте лайки, а мы ждем вас снова в гости. Всем пока!